и отделил Господь небо от земли. И создал человека, и вдохнул в него бессмертную душу, и научил различать черное и белое. И сказал, что все остальное человек должен сделать своими руками. Чтобы всех сделать счастливыми, надо заставить всех работать хорошо. Работать на лесоповалах, пилить дрова, обязательно дрова пилить. Дышать свежим воздухом обязательно. Но если при хорошем питании, то можно. Конечно, тут надо и белых заставлять, но работать хорошо. Ну и неграм тоже не давать, чтобы и негры работали тоже наравне с белыми. Чтобы сделать одну конституцию на всех, на белых и на черных. Труд человека сделал человеком. Человек начал трудиться, работать, когда пахать землю, там, сеять пшеницу, горох. Там от этого произошла жизнь уже своего рода. Ну, можно сказать, от шимпанзе, от гориллы бывает тоже. Происхождение видов Чарльз Дарвина тоже бывает такое. Не исключается, конечно. «120 минут. Центральное телевидение. Значит, 1:00 Москва. Посольство США. Послу Ричарду Чейни США. Министр обороны США. НАТО. НАСА. Барак 4. Комната 14. Длина стола 840 миллиметров. Значит, ширина стола 630 миллиметров. Ширина комнаты 7 метров. Длина 4,2. 6 метров. Высота 2 метра 92 сантиметра. Шифровка, значит, была 0 часов. На погранзаставу СССР. Пост номер 5 поступила 5 миллиардов рублей золотом. Из Пакистана на электрогидростанции на Амуре. Они решили отправить Андропова на дачу. И повезли на дачу, а на встречу дочь Кириленко с автоматом вышла и прям в почку ему попала. Он там года не прожил и скончался. Так он погиб. Мое слово первое и последнее. А там исполнители уже. Ясно? Бог есть Бог. Ясно? Он вправе и судить, и карать
и людям жить дать. И в космосе, и в океане, и в море. ГРУ, ГРШ, ВС, СССР, 37, позывной, 45. Гриф совершенно секретным. В дополнение 13-17, подполковник Севрюков, капитан Ребров, позывной тот же. Мы, народы земного шара, одного судьей, президентом СССР, вас избрали директором земного шара всего. Спасибо, мы... Пришел в себя, сразу на горшок попросился. И сразу начались морозы. 50, 55 до 60 градусов. И сугробы на металл под потолок. Ясно? 2 километра, 212 метров. Являюсь управляющим пока политической полицией, потом со временем перейду в более благоустроенное учреждение, уже не буду управлять фиолетовым КГБ, пойду в правительственное КГБ уже работать. Уже тогда престиж будет больше, уже будет правительственная квартира, обшита вишневыми паласами, уже будет своя машина «Чайка», уже будет большая вишневая за 500 тысяч рублей. Или пойду к черно-коричневому КГБ, какого-нибудь западно-германского профессора. Начальник штаба должен жить в Германии, я думаю, а не где, в Москве шататься где-нибудь. А то по Германии. Там жить легче как-то, проще насчет этого. Там современно. И, между прочим, западно-германская роскошь считается самой лучшей на свете. По сравнению с ассирийской или с индийской.